это суккат шалом, сука мира. Вы знаете, что уже 4-й год подряд мы проводим, мне так хочется сказать, уникальный и эксклюзивный, потому что действительно так, седер суккот, который мы сами придумали, которому мы сами радуемся уже 4-й год. Седер, нам известен пасхальный седер. Наш седер суккот, те же самые 4 бокала, можно больше, нельзя меньше. И наши сегодняшние бокалы каждый год мы посвящаем наш седер суккот новой теме. Тема этого года – мир, шалом. И я думаю, что присутствие консула государства Израиль и все пережитое совсем недавно нашими братьями и сестрами в Израиле очень здорово укладывается в эту тему, тему мира. Итак, у нас впереди разговор о мире, у нас впереди много сюрпризов, которые мы сегодня приготовили для наших гостей. С одной стороны, у нас гости, с другой стороны, мы все дома, мы все хозяева этой судьи. И вот, прежде чем мы перейдем к этому нашему радостному, веселому, умному, серьезному, очень разнообразному разговору о празднике Суккот, мы начнем этот праздник так, как положено. Мы зажжем свечи праздника.